23 июня в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета начала свою работу международная практическая конференция «Экономика футбола». Конференция проходит для обмена последними научными результатами по экономике футбола, популяризации экономики футбола среди исследователей, апробации формата конференции по экономике футбола в преддверии чемпионата. Наше футбольное хозяйство начинает только выстраиваться. И важно, чтобы экспертное сообщество, научное сообщество и специалисты в области футбола вместе правильно сформулировали проблемы и договорились об общих подходах к решению этих проблем. А их много, как с точки зрения финансовой стабильности футбола, прозрачности, соблюдения правил финансового менеджмента, коммерциализации, роли государства в этом процессе. Не зря площадка для проведения данной конференции выбран университет, ведь именно отсюда выходят высококвалифицированные кадры. В Казанском университете создана высококонкурентная, высокоэффективная образовательная площадка федерального уровня, обладающая всеми необходимыми ресурсами для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов различного профиля, которая также могла бы стать интеграционной платформой взаимодействия ученых и практиков, занимающихся анализом и развитием, в том числе и футбольного рынка. Организаторами конференции выступают Казанский федеральный университет, Российская экономическая школа и Высшая школа экономики. Я считаю, что эта конференция является моментом нашего продвижения в мире. Не только в России нас уже знают все, а в мире нам бы хотелось, чтобы нас знали больше. И вот это является одним из моментов академической узнаваемости нашего института. Данная конференция проходит при поддержке правительства Российской Федерации и приурочена проходящему в Россию Кубку Конфедерации. На примере нашего города, как спортивные события меняют экономику города, но меняют инфраструктуру города, но что для меня важно, самое главное, меняют людей. Казань является примером правильного использования объектов, построенных для проведения в свое время Универсиады 2013 и Чемпионата мира по водным видам спорта. Казань является одним из успешных примеров использования стадионов, которые были построены для Универсиады, которые были построены сейчас. Использование может быть университетов и других учебных заведений. Их использование этих объектов может быть положительным. Стоит отметить, что международная конференция «Экономика футбола» пройдет с 23 по 24 июня в Институте управления экономики и финансов. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.